Китайцы, если вам так нравится знак бесконечности, на лоб себе его приклеите и ходите. Зачем вы его во пламя впихнули? Всем хай. Итак, сейчас будем выбирать тупейший значок бесконечности в прошивке Flame. Для примера запущу читалку. И как можем убедиться, еще есть этот значок. Чтобы его убрать, нужны будут root-права, exposed и модуль для него. Да, скоро как мантру начну петь. Скачиваем модуль и устанавливаем его. Переходим в exposed и активируем его. Теперь перезагружаем тело. Все, проверяем. Вуаля, нет больше знака бесконечности. А на этом все, всем пока.